Всем привет, друзья, с вами Давид Мемфис. И как ни странно, сегодня опять я снимаю репортаж для журнала Prime One. И мы находимся на бэкстейдже с фотосессии просто человека мирового масштаба, чемпион Европы, я не знаю, вселенного, мира, известный битбоксер, музыкант Вахтанг. И сейчас мы увидим, какие сногсшибательные фотографии получились именно в этой шикарной студии. Ну что, поднимемся за мной, друзья. Погнали. Итак, а сейчас вот как раз, как говорится, тот человек, который сегодня на фотосъемке находится у нас. Вахтанг, привет. Привет, Дэк. Скажи мне, ты сегодня в таком шикарном наряде, фотосессия какая-нибудь, вот как мы, вот мне нужно быть в костюме, или ты так решил? Я уже предложил фотографу, чтобы я был голый. Но когда я разделся, она сказала, нет, одевайся. Слишком шикарный. Слишком, да. Одевайся быстрее, а то я сейчас готов выпрыгнуть из окна. Она вообще переживала. И... Очень красивая девушка. И решил. Да, начал уже возникать, говорит, давай лучше я оденусь. Он говорит, нет, раздевайся, мне нравится. Ну, решил одеть костюм. Ну, ты шикарно выглядишь, Лахтан. Мне очень нравишься. А ты мне нравится. Нет, подожди, чувак, что ты, не та волна пошла с тобой. Ладно, Вахтан, я тебя не буду отвлекать. Фотосессия, давай, друг, удачи. Все, давай. Спасибо, спасибо, Вахтанг. Это был Вахтанг, бэкстейдж с фотосессии в 7 Piece, Давид Мемфис, Prime One.